Итак, дорогие участники активного роста, конечно, хочется от лица всех директоров, которые создавали это обучение, которые будут для вас его проводить, хочется поприветствовать, сказать, что вы огромные молодцы, что какие бы у вас ни были сложности с вступлением в активный рост, вы со всем справились, и вы сегодня с нами, и вы сегодня тут, и вы уже на шаг впереди тех, кто по каким-то причинам сдулся и сдался. Так ведь? Это значит, что вы готовы расти, вы готовы развиваться, вы готовы идти вперед и вы готовы расти быстро. И нас, конечно, это радует. Потому что за неделю до старта активного роста, за полторы недели мы подали объявление, что активный рост набирается. Буквально за три дня до старта активного роста мы сказали, повторили с вами критерии, и вы все успели, вы все сделали, как бы вам ни было сложно. Огромные молодцы, низкий вам поклон от всех директоров проектов Оберлик Онлайн. Вы просто супер умнички. Ну что ж, исходя из первого вебинара, я хочу вас на этом вебинаре усилить, и хочу усилить еще и ваши знания, чтобы вы пошли вперед, и без сомнений. Самое главное, это, конечно, работа без сомнений. Тогда вам все горы будут по плечу, и все моря будут по колену, и вам покорятся любые дороги. Я нажала экран. Так, у кого нет звука, только перезайтись, F5, прибавить, убавить и так далее. Вот, что хочется вам еще рассказать. Конечно же, мы с вами увидели рост по геометрической прогрессии на прошлом вебинаре. Кто на нем был, поставьте букву «Я». Вот, хочется увидеть, все ли на нем были, все ли участники, потому что это очень важный вебинар, который вытекает из-за того, вот в этот. Кто на нем не был, обязательно наша просьба на нем побывать и посмотреть запись. Да, кто посмотрел в записи, тоже огромные молодцы. Как вам наша геометрическая прогрессия? Я думаю, очень много кто был шокирован, когда вы растете одни, когда вы растете с командой, какие у вас должны быть на самом деле результаты, да, и так далее, и так далее. Вот, и эти результаты действительно можно сделать, можно воплотить в реальность. И сегодня мы с вами как раз будем понимать, как все это сделать, и сделать это качественно, и как быть, если вдруг, да, на полпути у нас с вами заканчивается, может быть, вдохновение, или силы, или терпение, или еще что-то, да. Да, похоже на сказку, но на реальную сказку, согласитесь, вот. И мы с вами производили расчеты на прошлом вебинаре с учетом того, что каждый пятый у вас будет работать, так? Ведь не каждый там, не каждый-каждый, а именно каждый пятый, да, то есть вот. Конечно же, нам всем с вами хочется суперрост. И сегодня я вам расскажу самые главные секреты понимания роста, которыми я всегда пользовалась и пользуюсь до сих пор. И этими секретами роста и пользуются крупные директора не только нашего проекта, а вообще в MLM индустрии в целом. Итак, накопительный эффект. Путь видения от новичка до настоящего лидера. Неважно, в каком вы статусе, пусть у вас будет 50 баллов объем личной группы, и то только ваши, да? Ну, к примеру, вы все равно можете из новичка превратиться в лидера, если с нами сейчас начнете старт, если с нами сейчас начнете работу. И откиньте все свои сомнения, конечно же, в первую очередь, потому что все мы с вами взрослые люди, и когда мы регистрировались на проект, когда мы регистрировались в компанию, то мы сделали выбор с вами. Какой мы сделали выбор, да? Мы сделали выбор стать успешными, статусными, да, мы сделали выбор быть предпринимателями, работать только на себя, да, то есть не богатеть, да, там своего, не обогащать, вернее, своего начальника на работе, а работать на себя и обогащать себя, свою семью и сделать в итоге успешной свою семью. Но также, конечно, у нас в активном росте, я вижу, есть люди, которые пришли год-два назад, и до сих пор они там на 6, на 12,
12%. И тут, конечно, таким людям нужно кардинально все менять, кардинально все видоизменять. И до старта данного активного роста сделайте перезагрузку в своей голове, в своем сердце, в своей памяти, да, для того, чтобы стартануть с новыми силами, с новыми мыслями. Да, вот, девочки, вижу, огромные молодцы, что вы не потеряли надежду, огромные молодцы, что вы пришли на этот активный рост. Двойной вам низкий поклон, потому что только тот, кто упал и смог встать на ноги, да, самый-самый сильный лидер на свете. Я бы вот так выразилась, потому что это очень важно. Итак, о чем хочется поговорить с вами на накопительном эффекте? Пару минут о самом-самом важном, чтобы вы могли это все понимать. Потому что все мы с вами взрослые люди, нас с вами никто не контролирует, и все мы начальники сами себе. И каждый день мы делаем выборы. Важные и не очень, но они у нас постоянно, эти выборы перед нами стоят. Да, и, конечно, есть выборы и долгосрочные, и сиюминутные, да, то есть вот всякое в жизни бывает. И, конечно, я тоже в своей жизни делала огромную кучу ошибок, когда вот, к примеру, моя самая главная ошибка – это купить квартиру в поселке, а потом через год захотеть жить в городе и покупать, ехать в квартиру в городе, а потом мучиться продавать ее в Мурыгино, да, в своем поселке, да, то есть вот тоже, зачем я так сделала, я не понимаю, но я сделала необдуманный шаг, вот, потому что дочка у меня, вот, будем расти, будем подрастать, не переживайте, да, молодцы, что пишете правду, огромные молодцы. Вот, и, конечно, все мы с вами ошибаемся, и здоровье и рекрутинг тут чем-то похож. Да, вот согласитесь, кто-то выбирает скушать хот-дог и запить колой, а кто-то выбирает скушать салат и выпить зеленый чай. Кто-то на ночь кушает блинчики, а кто-то на ночь кушает творог, да, обезжиренный. И, конечно же, через 10 лет у этих людей... Через 10 лет и у первого варианта, и у второго варианта людей абсолютно будут разные результаты и с кожей, и с фигурой, и так далее, да, вот, и тут нельзя сказать, что мы себя не любим, если мы выбрали первый вариант и запили хот-дог колы, так ведь? Мы себя любим, мы себе позволяем расслабиться, мы себе позволяем то и это, потому что мы себя любим. Но и второй человек, он тоже может сказать, что я выпил салат, скушал зеленый чай, потому что я себя люблю, потому что я себя ценю, да, то есть и каждый прав по-своему, согласны? Но качество, чем вы себя наполняете через десятки лет, может быть, и через несколько лет, покажет, да, покажет результат. И это тоже очень-очень важно. Вот, даже вот, знаете, сравнить, что вот я недавно ездила в Узбекистан, там была жара и так далее, да, я пользовалась солнцезащитными средствами и все такое прочее, ну, вот утром, вечером я как бы делала помасочки в день, но я не наносила дневной, ночной крем, крем для век, я увидела вот тут вот уже вот, потому что там жара, Ташкент, сами понимаете, да, какая вот сейчас, загуглите, какая там жарища в Ташкенте, вы поймете, о чем я говорю, кожа просто обезвожилась, и в итоге у меня вот начали появляться лапочки, да, то есть я приехала, я давай использовать патчи под глаза через день, еще что-то, и я нагнала, да, а если бы я не пользовалась никогда, ничем, не ухаживала бы за собой, я бы так, да, за 3-4 дня не убрала бы последствия, да, вот этих же гусиных лапок. То же самое и наша работа с вами в интернете, она очень похожа на результат тех выборов, которые мы с вами делаем, только мы, да, и любить себя можно по-разному, и свой бизнес можно любить по-разному, и свою команду можно любить по-разному. Итак, что же такое рекрутинг, да, один говорит, я люблю себя и буду успешной, да, это рекрутинг 3-4 часа в день, плюс созвон, плюс сопровождение, плюс приглашение на вебинары, плюс модерация своего чата обязательно, если он у вас есть, все хорошо получается, и это как раз и есть самый простой секрет быстрорастущего лидера, да, ну, допустим, ну, кто у нас быстро растет вот так вот, давайте возьму парочку примеров, да, допустим, Евгения Клочкова, Танюша Рябинина,
Да, ну вот такие вот быстро растущие драгоценные лидеры, да, то есть Наталья Анисимова, да, у нас есть тоже и спортом занимается, и растет, и двух мальчишек крутых растит, боевых таких, да, везде не успевает, и все равно делает приросты, да, то есть, ну вот, если равняться на таких лидеров и смотреть на таких лидеров, то можно тоже стать успешными, так ведь? Вот. И есть второй тип людей, да. Я люблю себя и могу расслабиться немножко, да. Сериальчик, игра, прикольные ленты. И я очень часто себя ловила в начале рекрутинга, когда еще была в другой компании. Я начинаю рекрутировать, делать охват людей. 20, 30, 50 сообщений. И все, смотрю. Там прикольная гифка, тут прикольный анекдот. Там и пошла, пошла, пошла. А часики тик-тик-тик-тик. Ой, пора ребенка из садика забирать. Ой, пора то, пора это. Ой, а я не успела, да. Ну да ничего, я завтра сделаю, да. То есть, как бы вот такие вещи, они очень часто бывают. Да. Они очень часто бывают, и тогда и у нас поделилась с вами вот на три накопительных эффекта. Это когда есть суперрост, когда лидер пришел, сделал, нет, хотя, да, отработал, созвонился, все, да, и у него есть и свободное время, и семья полная чаша, и есть прирост, и есть новые топ-лидерские звания в команде, да, вот, и тут же есть обычный рост, да, люди, которые поохватывали, делают это, слава богу, каждый день, но их заносит то туда, то сюда, то туда, то сюда, заносит, да, но все равно у них есть хотя бы немножко, но рост. И есть такие лидеры, которые не рост, да, которые любят потопать в чатах, повозмущаться, подоставать наставника, порассказывать, как у него сегодня болел ребенок, а завтра у него прокололо там, допустим, колесо на машине, да, что я вчера только не наслушалась, вот даже если все это, если все это перечислять, то, что вот я хотя бы за один день вчера наслушалась, это, конечно, было очень весело. Поверьте, есть лидеры, которые растут, несмотря ни на что. И это нужно понимать, потому что мы с вами сейчас в очень серьезном бизнесе, или он вас, или вы его. А своему наставнику вы можете сказать все, что угодно. Он вас может пожалеть. Своей семье вы можете сказать все, что угодно. Ой, у меня сегодня, да, у меня сегодня жара, у меня сегодня речка, я сегодня пойду купаться, и поэтому я сегодня могу пропустить, да, к примеру, рекрутинг целый день, могу пропустить просто потому что, ну, я так решила, да. А потом мы с вами наблюдаем то, что нам хочется роста. Да, мы все хотим расти, да. Но мы почему-то начинаем наблюдать или свой рост, или рост своих коллег, которые, да, в параллельных структурах с нами в одном чате. Почему одни растут? Да, вот Ирина Николаевна скоро, да, я вот вижу уже, она в этом каталоге подтверждает статус серебряного директора, и у нее уже там золото вырисовывается, да, а кто-то как пришел, так и сидит, и у него ничего не получается, да, то есть вот тут нужно обязательно понимать, что мы сами себя должны требовать ежедневный охват людей, тот, который рекомендует проект на вебинарах новичка и в шести новых заданиях. Да, то есть 6 новых заданий, какие они легкие, какие они классные, как просто сидеть и тыкать кнопочки, но об этом немножко позже. И, конечно, суть нашего с вами курса интенсива в этот раз будет это ежедневно делать себя лучше и лучше с каждым днем. Вот прям ежедневно. Вы уже не можете, а вам надо будет делать, да? И все мы с вами знаем, что за 42 дня мы с вами станем крутыми. Почему? Потому что мы с вами отработаем привычку. Привычка у нас складывается в 21 день и потом закрепляется. И курс интенсив у нас с вами длится 42 дня. И или вы будете, как сказать, или вы вылетите из активного роста, потому что вы не выдержите, да? Или вы станете суперуспешными. Середины не дано, да, середины не дано, вот на самом деле, поэтому этот курс интенсив нисколько не похож на прошлый активный рост, тут жесткие рамки, но и все выпускники смогут почувствовать себя крутыми и классными и в 2 раза сильнее, чем до этого интенсива. Да, я всегда, конечно, считала, что работать это легко, и
Насчет легко и сложно, тут палка двух концов. Кому-то легко тыкать кнопочки и понимать, что ты сидишь дома под любимую музыку, за любимой чашечкой кофе, чая, там напитка какого-то своего, да, и все у вас действительно нормально, да, и нельзя пожаловаться, что у вас там пыльная работа или еще что-то. Удаляют модераторы, причем модераторы будут ежедневно отрабатывать вас. У нас 5 модераторов, все огромные умнички, все внимательные, классные. Я с вами их знакомила на прошлом вебинаре по стартовому, да? Итак, давайте же за дело. Сегодня я передаю вам очередной шаг своего наблюдения, и поверьте, все, кто меня не знает, сколько я зарабатываю и так далее, где я, на какой ступени, я вам позже покажу и скрины, и карьерную лестницу, и так далее, чтобы вы знали. Вот, и я отвечу на данном вебинаре на самый главный вопрос на проекте. И этот вопрос, наверное, у всех прям вот у всех номер один. И я считаю, что это на самом деле так. Почему в одном интернет-проекте с одними вебинарами на всех, с одной системой работы роста совершенно разные результаты? Почему кто-то за 8, за 10 каталогов становится золотым директором, да, а кто-то за 3 года стал 12%, и то бывает ниже, а кто-то и падает. Вот, и мы с вами сегодня вот эту тему будем очень сильно обсуждать. Ну, во-первых, разрешите представиться. С вами старший международный директор в открытом звании, подтвержденный международный директор. Как вы видите, я нахожусь сейчас в подвешенном состоянии между желтым и красным сектором. Вот, я иду как кандидат на премию 1 750 000. Мы позже обсудим, Юлия. Этот 1 750 000 мы хотим вложить в покупку квартиры для своих родителей в городе. Вот, эти деньги мы уже зарабатываем не для себя, вот, потому что мы уже наелись и напились, и напутешествовались, и все вы знаете, сколько много мы путешествуем. Этого результата мы добились вдвоем с мужем и со своей дорогой, любимой командой. Без команды у нас не было бы такого результата. За 3 года работы. За 3 года работы был открыт статус старший международный директор. Вот. Это, конечно, круто. Старший международный директор, как вы видите, это 21 директорская ветка в первой линии. Вот. И в глубину у нас около, я не знаю, наверное, директоров 70. Простите, не подготовилась к вебинару, не сосчитала. Ну, как бы счастье не в количестве директоров, а счастье в успешных людях в вашей команде, которые тоже идут за вашим доходом и тоже уже хорошо зарабатывают. Это скриншот моих выплат нашей семьи за последний 31 каталог. Как вы видите, да? То есть мне выплачивается и бонус стабильности, а мне выплачиваются и ОСЗЛГ, и директорские бонусы, и квалификационные бонусы. И все это я получаю уже по контрактизации на расчетный счет в банке. Да, это мои выплаты каждые 3 недели. То есть если взять пересчет на месяц, да, я зарабатываю около 600 тысяч в месяц русских рублей. Вот, поэтому я думаю, стремиться есть куда. Это все сделано на глазах многих лидеров, девочки дорогие, мальчики дорогие, потому что когда я в соцсетях, если скидываю данный скриншот, меня просто добавляют в черный список. Такие свои скриншоты я уже не могу выкладывать куда-либо. Я могу выложить только в директорский чат, в топ-лидерский чат. И вот сейчас решилась выложить в чат активного роста. И вот эти все выплаты, да, вот где графа контрактизация, да, как вы видите, бывают и миллиончики падают. Почему? Потому что это премии за подтверждение каких-либо статусов, да. Последний статус, вот как вы видите, 1,5 миллиона нам перевели за международного директора. До этого был 1 250 000, это старший национальный. До этого был 1 000 000, это был просто национальный директор. И вот 500 000 рублей, да, самые верхние. Премия, квалификационный бонус, это элитный директор, да, то есть также, как вы видите, получаю бонус стабильности 2 раза в год по 22 тысячи. Да, миллиончик падает. Как раз сегодня мне упало, ну, около 2 миллионов практически за продажу своей квартиры.
за свои первые квартиры. Вот сегодня мне перевели выплаты, да, то есть я очень рада. Я нашла хороших жильцов в свой подъезд, в котором жила 30 лет. Вот, конечно, ради этого стоит пахать, но пахать нужно обязательно с умом, Светлана. Обязательно с умом, не просто регистрировать кучу людей, не просто делать огромный охват людей, но еще и с каждым человеком нужно работать. В этом и есть накопительный эффект работы. А чем качественнее вы относитесь к своей структуре, тем лучше. Если человек просто зареган, просто ему открыто задание, и просто и он добавлен в чат, и он просто живет на самотеке и пробирается, да, сквозь дебри самостоятельно, такой человек у вас не всегда выстрелит и не всегда захочет. Так, кто-то мне звонит, извиняюсь, не всегда захочет идти дальше с вами и не всегда поверит в эти выплаты, которые они есть. Бизнес это очень серьезно. Если вы хотите зарабатывать такие деньги, серьезные деньги, да, более полумиллиона рублей русских в месяц, и это все реально, и это все у нас есть, да, то, конечно, нужно отнестись в первую очередь серьезно, потому что деньги любят счет и ответственность. Спасибо, Леночка, большое. Деньги любят счет и ответственность, они любят кропотливость, они любят, чтобы их считали, они любят, чтобы их приумножали. Как вы знаете выражение, деньги липнут к деньгам, так вот это правда. Чем их у вас больше, тем больше их у вас и будет на постоянку. Желание, закрепленное действием, равно результат. Это формула успешного лидера. Если вы будете просто делать без желания, результата не будет. Если вы будете просто желать, но ничего не делать, результата тоже не будет. Поэтому желание, да, плюс действие равно результату. Это очень важно. И, конечно, первое, самое главное, что я в последнее время наблюдаю на проекте, кто-то всегда ходит на вебинары и зовет своих новичков и очень сильно растет, да. Вот, ну, лично с моей личной группы я бы могла выделить Олесю Агаркову. Отличная девчонка, отлично ведет свой чат, отлично общается со своей командой. Недавно в ее семье случилась беда, но она вернулась буквально через 3 дня с этой беды, снова как бы в бой. И вы знаете, как бы на все вебинары всегда зовет обучаться, всегда заводит свою команду. Да, девочки Олеси, если вы на вебинаре, пошли ли вы активный рост, есть вы, нету, может, записи потом посмотрите, да. Вот, но этот человек, который всегда зовет свою команду, всегда по 2 раза на каждый вебинар, огромная молодец. А вот Светочка Адарова из чата, да, вот, Света, бери пример со своей наставницы, у тебя супер наставница, тебе очень повезло с ней. Итак, есть лидеры, которые пропускают все вебинары, все фишки, открытия проплывают мимо ваших структур, если все наоборот. Что такое вебинары? Что такое вебинары? Ага, вот Ольгу вижу, да. Это вопросы спикеру напрямую, во-первых, да, когда человек может пообщаться с опытным лидером. У нас вебинары ведут только директора, только директора. Во-вторых, это видение того, сколько стран и городов собрано на одном проекте, и это очень-очень важно знать и понимать. В-третьих, это знание от директора, а не от какого-то там, да, процентника, который не может вырасти. То есть знания дают только лидеры, которые растут. Да, только такие лидеры. Вот. И это, конечно, пример новичкам. Вы ходите на вебинары, они сами ходят на вебинары. На вебинарах всегда есть ценная информация. Всегда есть, будет. И всю информацию, вот кажется, даже иногда один и тот же вебинар, а подан по-разному, и уже новые идеи для роста у вас появляются. Что нужно делать? Если ваш новичок приглашен на вебинар, вы должны проконтролировать, зашел ли он на него первый раз. Да? То есть он зашел на него первый раз. Спросите после вебинара, что важного и интересного для себя он взял. Знаете почему? Потому что некоторые новички не могут сформулировать, да, даже вот после просмотра новичкового вебинара, даже вот пару слов, да, а вот это тебе понравилось, вот это тебе понравилось. Да. Если человек все-таки не сходил, пошлите ему записи, скажите, ты мне потом расскажи моменты, которые тебе понятны,
которые непонятны, пообщайся со мной, да. Нужно заставлять на первые несколько вебинаров ходить своих новичков, да. Вебинары у нас разные. История успеха для кандидатов, да. То есть нужно объяснять им, что на вебинары для кандидатов можно звать незарегистрированных людей, чтобы люди сами могли решить, если новичок на первых порах не может сформулировать правильно о сетевом маркетинге, да, приглашение. Вот, это тоже очень-очень важно. И, конечно, после того, как он просмотрел запись, пусть он вам чуть-чуть немножко расскажет, что он получил для себя важного, что он знал, что он не знал. Да, и обязательно говорите: отлично, раз тебе помогла запись данного вебинара, значит, я тебе помогла расти, развиваться и так далее. Вот, это, конечно, первое, самое главное. Итак, правило 72 часов. Тут будет два варианта, потому что очень мало кто задумывается о том, что пик энтузиазма у человека, когда он начинает делать какое-то дело, это первые 3 дня. Если в первые 3 дня он это не сделал, что он, без разницы, что он задумал, он захотел покрасить волосы, он захотел там, я не знаю, около подъезда огрести, да, то есть без разницы, что захотел человек, он это должен сделать первые 72 часа, иначе потом он это уже вряд ли сделает, да, 50 на 50 уже, а потом уже и вообще забудет. И, конечно же, в первые 72 часа мы с вами созваниваемся с человеком после регистрации, или просто знакомимся, или если человек идет у вас на бизнес, то обязательно данного человека нужно проинформировать вкратце хотя бы вот о том, что сейчас на этом слайде есть. Можете скрины не делать, я все это залью также на Google диск и также вам вышлю в закреп в чат. Не переживайте, все эти слайды будут закреплены, чтобы они у вас были как шпаргалка под рукой. Итак, первый созвон с новичком. Во-первых, где можно созваниваться? Да, прямо в соцсети. Я очень часто звоню ВКонтакте и в Одноклассниках. Чаще всего я звоню ВКонтакте и в Одноклассниках. Потом начинаются уже другие темы. Если Инстаграм, то это, конечно, WhatsApp, Viber. Мы находимся, потому что там нельзя созваниваться. В остальных соцсетях я звоню сразу же, да. Что получается? Вайбер, WhatsApp, Telegram, Skype, соцсети, сотовый телефон. Если не идет роуминг, конечно, да, я тут поразговаривала 110 рублей в минуту с Узбекистана, с девушкой. Ой, очень хорошо, несколько тысяч рублей вылетело. Вот, поэтому, конечно, лучше всего Вайбер, WhatsApp, Telegram, Skype. Вот, самые мои любимые вещи, где можно созваниваться, это на первом месте стоит соцсеть, на втором месте стоит, конечно же, Viber, на третьем Skype, потому что Skype долго грузится, в Skype не все есть, а вот в Viber есть, и вы так можете пообщаться, и демонстрацию экрана можете сделать, да, в Телеграме, в Viber, простите, да, можете и демонстрацию экрана сделать, и так далее, у вас нормально созвон проходит. Итак, о чем обычно мы созваниваемся, да, ну, во-первых, познакомиться, вкратце себе, да, то есть, здравствуйте, я мама, там мне 34 года, мама 2 дочек, да, вот замужем, там еще что-то, да, то есть вы познакомились друг между другом, да, поболтали о том, о сём, буквально минуты 2, не больше, не больше, не больше. Нужно всегда уметь делать акцент о бизнесе, да. И, конечно, начать тему с того, что я бы хотела вам рассказать минуту о проекте, минуту о компании, потом задать вам вопросы. Окей, окей, да, то есть переводите тему, если человек любит о себе говорить, любит о себе рассказывать. Есть такие, что начинают рассказывать про котят, про детей, про то, да, там, сколько их груднички раз сходили в туалет, каким цветом, в общем, умора бывает, да, поэтому я всегда говорю, что у меня скоро будет следующий созвон, вы меня простите, у меня людей в команде много, давайте с вами обсудим самые главные аспекты и уже начнем обучаться. Все окей, окей. Итак, о проекте, да, то, что на проекте 80 тысяч человек, прирост 1200 за год, самый крупный работающий онлайн-проект Faberlic, нам доверяют, к нам приходит по 8-9 тысяч за каталог, в каталог человек с разных стран мира и так далее, сколько стран у нас в структуре, да, то есть это все можно рассказывать. Это буквально у вас займет, ну, секунд 30.
Да, даже если по слогам только читать, да, и то будет минута. Далее о компании, да, также хочется рассказать о компании, что вы попали в компанию, которая 20 лет на рынке, входит в АПП, член ассоциации прямых продаж, да, это тоже очень важно. А у компании имеется собственное производство, собственная лаборатория, 34 патента, стандарт GMP, да, то есть, кто не знает, это самый высший стандарт качества, да, далее, значит, не тестируется на животных, продукция тестируется госсанпин и так далее, да, по всем ГОСТам и санпинам, даже детская одежда тестируется по всем ГОСТам и санпинам. Вот, далее, значит, можно сказать, что передается по наследству, состоит в ЭКО, в солнечном пёсе, да, ЭКО – это деревья садятся, солнечный пёс – это помощь деткам с ограниченными возможностями. На данный момент компания Faberlic воспитывает псов, собак-поводырей для деток, лишенных от рождения зрения. Вот. Далее, значит, проводит форумы с уровня золотого директора, оплачивает в разные поездки в разные страны мира. Вот это тоже нужно все знать, да, то есть мы едем туда по желанию, вот, и так далее. Можно ехать с дочкой, с мужем, если номера объединены, но тогда нужен уровень рубина, да, то есть когда мы с мужем открыли уровень рубина и подтвердили его, мы поехали в Шри-Ланку вдвоем. Да, то есть это тоже нужно понимать. Ну и потом, конечно, вопросы новичку. Спросите, да, попал ли он в командный чат, видит ли он этот чат, да, мы обычно веточный чат директора сразу добавляем, да, его нету в общем обучении, у каждого директора есть свой чат, и туда, в принципе, новички добавляют своих людей вручную. Вот, далее, приняли ли в группы, да, вот, допустим, в Фейсбуке, там нужно отправлять запрос на вступление и так далее. Да, то есть у нас с вами три новых группы, если вы не знали, они есть в обучении, прямо в первом задании и в письме «Привет». То есть группы продублированы в двух местах. Далее, удалось ли ему подписаться на рассылку, потом Viber там, да, можно подписаться, ВКонтакте можно подписаться не только почтою, но еще и всеми остальными рассылками тоже можно подписаться. И это вам в дальнейшем, вам лично, вам и вашей структуре, вашему товарообороту очень поможет, что то, что за вас еще дополнительно информируют, да. То есть там не будут информировать отдельно желтеньких, красненьких, там еще что-то, но общая информация всегда будет. Допустим, выстрелит какая-либо распродажа, мы о ней всегда информируем через данные рассылки, и вам же выгоднее, если вы подпишете людей, вам не нужно будет информировать хотя бы уже подписанных. Дальше. Приходят ли вам от меня письма на почту, да, то есть спросить, вот, далее, значит, сколько есть времени на работу, я очень часто спрашиваю, кто-то говорит, вот у меня есть там 2-3 часа, кто-то говорит, совсем нету времени, да, недавно у меня была девушка очень интересная, которая сказала, что ей надо директора за каталог, да, за 21 день, она хочет директора, но вот у нее пока нет времени на работу, бла-бла-бла, да, все такое прочее, ну, мы поулыбались, конечно, что же тут сделаешь, да? Я ей объяснила, что такое рост, что такое, да, что мы делаем, что такое быстрый старт обязательно. Спросила, будем ли мы брать быстрый старт. Нет. А если регистрации нет, кому звонить? Ну, значит, рекрутировать, Елена, побольше. Рекрутингом, значит, надо заниматься. Регистрация – это наше все. Вот, посмотрите, как ваши странички оформлены, сколько вы охват людей в день делаете, если у вас нет регистрации. Вот, далее, значит, так, минутку, сбилась немножко. Так, за какой срок нужны какие выплаты? Это обязательно нужно спросить, да, то есть вы немножечко распланируетесь. И если у вас есть малыш, или вы пока работаете на работе, на которой работали до того, как пришли в компанию Faberlic, предупредите, поговорите о том, что не всегда бываете онлайн. И если долго не отвечаете, пусть пишут вопросы в новичковый чат. Обязательно проконтролируйте, прошел ли он в первом задании в новичковый чат, или во втором, по-моему, задании в структурном чате уже человек может быть. То есть первое задание вы его ведете самостоятельно, во втором задании уже есть вступление в новичковый чат. Далее распланируйтесь немножко, сообщите о важности вебинаров, что вас будут обучать не только вот эти 6 заданий, которые у вас в дальнейшем откроются, но еще и есть вебинары, истории успеха, где вы можете ходить, задавать вопросы и контролируйте, чтобы новичок на первые 3 вебинара приходил.
Далее, значит, нужно обязательно, если вы с ним распланировались, то сообщить о важности одной регистрации в день. Пусть человек посмотрит видео от Дарьи Пахильчук, которое идет в первом задании идет. Вот. И далее вкратце введите в курс обучения. Очень многие люди путаются, не понимают, у них появляются какие-то новые чаты, у них что-то еще появляется, что-то еще. Они не понимают. Да, то есть нужно обязательно сказать, что найдите меня в Телеграме, затем мы с вами зарегистрируемся на обучающем командном сайте, затем мы выполняем первое задание, активируемся, получаем свой собственный сайт, и я открываю вам второе задание. И вот так максимально просто мы с вами пройдем 6 заданий. Если у меня не будет сети, можете задавать вопросы в чат. То есть вот это вот элементарные вещи, о которых вы можете пообщаться. Да? То есть элементарные вещи, которые нужно сказать, чтобы у лидера, вашего будущего лидера, все в голове сложилось по полочкам. Если вы ему не разложили по полочкам, он будет путаться, он не будет понимать, где он. Понимаете? Он не будет понимать. Давайте постороннюю переписку, все вопросы туда. И давайте послушаем меня, потому что если я сейчас буду отвлекаться на переписку, то вебинар будет не 1,5 часа, а 3. Я-то проведу, вы-то выдержите ли. Вот. Итак, потом, значит, рассказывайте, что есть второй уровень обучения, активный рост, третий топ-лидерский, да, четвертый совет директоров. Я часто это рассказываю, потому что у человека, который только пришел, он уже понимает, ага, тут есть совет директоров, там еще что-то, да, то есть ему это интересно бывает, да, вот, бывает интересно. Конечно, в чате топ-лидеров мы вас уже будем глубже обучать на тему обзвонов, созвонов и так далее, да, то есть и живые будут созвоны, все это будет показано, но вот пока что данный текст. Вот, второе правило 72 часов, да, это как раз-таки тот самый пик энтузиазма после созвона. Мы стараемся провести под новичка регистрацию и познакомить их между собой. Это очень важно. И сообщить вот в такой вот форме, которая сейчас вот, да, на экране. Обязательно, обязательно сообщите, что я под вас провела регистрацию и так далее, да, расскажите, кто это, покупательный, бизнес, продавец, да, просто пообщайтесь, да, там, допустим, Виктория, привет, это Алла, Алла, привет, это твоя наставница Виктория, вдруг меня не будет в сети, можешь задавать вопросы в чат, и знаешь, что у тебя вот есть, она тоже пока новичок, да, то есть тоже очень здорово знакомить людей со своей командой. Это не делают 90% лидеров у нас на проекте. Вот это вот железное правило. Потому что пока человек на пике энтузиазма, пока он готов работать, пока он готов рвать, метать, нужно его поддерживать всячески и умножать его позитив. Понимаете? Вот это тоже очень важно. Далее. Конечно, всегда говорила и в директорском чате, и в топ-лидерском чате, и в чате новичков. И сейчас вам говорю, что вместе мы сила, и одному лидеру всегда будет тяжело. Не стараемся отделяться от общих чатов и чатов своего директора. Десятки лидеров, тому пример, не буду, конечно, тыкать пальцем, но есть лидеры, которые решили, что обучение плохое, все плохое, все вокруг плохое, сами свое создали, их обучение не работает, ну и нафиг, плюнули, ушли, да, извините за сленг, но так оно и есть. И, конечно, отдельные чаты в Телеграме по раскрутке, по продукции, по обучению, да, то есть создание своего велосипеда, вот это все, оно не приводит ни к чему хорошему. В итоге получается, что лидер еще не умеет, да, новичок или там лидер 12%, он еще не умеет организовать нормальную модерацию чата, он не умеет организовывать все то, чем занимается, извините меня, более сотни директоров проекта, ему это никогда не сделать одному. Он будет разрываться, бегать, прыгать, ему будет некогда ни обучать, ни работать, ничего. Мы это дело начинали, и то начинали втроем, да. И, конечно же, самая главная причина нероста у людей бывает в том, что они где-то там своих новичков, да, уберегают от общих каких-то поздравлений, от общих каких-то новостей, от вебинаров, еще от чего-то, да, то есть и получается, что лидер, который думает, что он самый умный, забирает свою команду и думает, что он сможет сделать все сам, он глубоко ошибается. Такие лидеры очень редко вырастают. На моем примере за 3 года
У меня был только один такой лидер, который обиделся, ушел и самостоятельно вырос. Это действительно вырос. И все, остальных нет. Нет. И поэтому, конечно, если вам реально нужны большие деньги, которые я вам показывала в начале вебинара, тут нужно быть все вместе. Все вместе и понимать, что вы можете внести что-то свое для своей команды, какие-то свои фишечки, еще что-то. Но быть вместе это очень важно именно для вашего роста. И, понимаете, мы за вас переживаем. Вот, конечно, когда у директора уже возникает там свой чат, еще что-то, вы можете находиться в чате своего директора, и директор уже умеет модерировать свои чаты качественно. О чем я сейчас говорю? Качественная модерация чата – это не только отвечать на все вопросы и подавать объявления на вебинары. Это еще и уметь завести чат, сделать его позитивным, модерировать недовольняк, да, как я их называю. Вот. Также обязательно модерировать людей из других компаний, которые каким-то чудным образом туда попадают иногда. Да, модерировать людей из своей компании, но не с нашего проекта. Да. То есть это очень большой труд, который незаметный. И когда директора проектов Иберлик Онлайн вас обеспечивают полностью безопасным классным чатом, да, полностью его модерируют, да, несут на себе вот это бремя ответственности за этот чат, вам незаметно, как для вас, для новичков, комфортно выложена дорога без препятствий, да, и вы можете своих новичков нам доверить, нам туда добавить и так далее, да. Вот. И одно дело вот такой чат самому вести, а другое дело в такой чат добавлять своих новичков и не отвлекаясь ни на что, да, то есть зарекрутировал, сопроводил, созвонился, открыл задание, пошел дальше рекрутировать, понимаете, это прямо, ну, сами понимаете, когда для вас сделано все, чтобы вы просто шли, не надо создавать свой велосипед. И тогда у вас все будет просто наиотличнейшее. Вот. Далее. Частенько бывает такое, что лидеры пропадают на неделю-две молча. И почему-то считают время своего старта. Вот я пришел в компанию 3 года назад. Так вот, я не расту, ничего. И я каждый раз такого лидера спрашиваю: дай мне точное число, с какого момента ты начал делать надлежащий охват людей, надлежащий начал работать, созваниваться с каждым зарегистрированным, приводить на вебинар каждого зарегистрированного. Дай мне этот срок. А вот с какого числа ты начал это делать? Не когда ты пришел в проект, а с какого числа ты начал делать все качественно. Мне ни разу никто не дал этого срока. Почему вы не выполняете элементарных инструкций, а полмиллиона в месяц вы хотите зарабатывать? Ну, тут или одно, или другое. Или вы делаете, или вы не делаете. Понимаете? Вот, далее. Конечно, вот есть такие у нас лидеры, которые пропадают на неделю-две молча, потом возвращаются, да. Ну, это любимое занятие ненадежных лидеров. И говорят: я подумала, я уходила, но я решила вернуться. Или: я лежала в больнице, но наставнику-то зачем говорить, что вы ушли, да? Наставник не понимает, что вы ушли. Ваша команда мечется по чатам, не знает, где узнать информацию. У меня наставник пропал, мне наставник 3 дня не отвечает, мне наставник неделю не отвечает. И начинается, и начинается. Вот, понимаете, вот летит самолет, он летит к своей цели. Да, вот что тут про 1 градус написано. Вот летит самолет к своей цели. Вот хотя бы на 1 градус курс самолета сбился. Куда самолет прилетит? Скажите, пожалуйста. Он прилетит в точку назначения? Вот, допустим, вот, ой, так, куда мы чартером летели? В Доминикану, 11 часов перелета. 1 градус, куда мы прилетим? Мы прилетим в какие-то горы, мы вообще в Доминикану не долетим, в принципе. Мы приземлимся где-нибудь, не знаю, в другой стране, в океане, где угодно, но не там, понимаете? Вот. И вот тут вот, как бы, если вы хотите действительно качественный рост, нужно очень много поработать и через год наблюдать, допустим, статус рубина или бриллианта. Вот. Поэтому пилот вышел погулять. Конечно, куда-то не туда прилетит. Да, то есть, а вначале курс сбит был всего лишь на 1 градус, понимаете? Маленький 1 градусик. А в итоге все, самолет прилетит абсолютно не туда, где будут разницы тысячи, сотни километров, понимаете?
Вот это нужно обязательно сейчас понимать. Если вы идете, то вы идете в одном направлении, не сворачивайте никуда. Если у вас охват 1000 человек в день, так вы его делаете, этот охват 1000 человек в день, и вы не пропадаете на неделю после того, как вы привели к себе новичков на проект, и они вас ждут. А были, конечно, случаи, когда у меня лидер пропала на неделю-две молча, вернулась. Она вернула всю свою команду, она собрала всю свою команду обратно, и все было хорошо в этой команде, да, и вдруг она опять на 2 недели молча пропадает. Возвращается, я, говорит, ездила отдыхать. Что ж ты мне ничего не сказала? Почему ты свою команду не предупредила? Что? Ну как, у вас же вебинары идут, все идет, я думала, вы не заметите. В итоге второй раз свою команду она уже не смогла собрать. Я говорю, ищи новых лидеров. Эти лидеры в тебя после второго раза, они не поверят. Да, то есть вот тут вот как раз курс самолета очень может хорошо сбиться, если так поступать. И прежде чем думать, что у вас ничего не получается, да, то есть это тоже как бы проблема самого лидера, когда лидер в голову себе вталдычит, да, то есть у меня ничего не получается, я не знаю, что я делаю не так, а что я делаю не так, и начинается, да, а вроде бы лидер все так делал, хорошо рос, вдруг он резко в себе засомневался и непонятно по каким причинам, это очень часто бывает. И вот тут я вам как раз и хочу сказать, что вы не должны считать время с даты регистрации, вы должны считать время с того момента, когда вы начали серьезно работать, да, вот серьезно работать. И это уже последняя тема, последний слайд, предпоследний слайд перед тем, как я вам дам домашнее задание. Это как раз тема накопительного эффекта, которая очень важна и очень нужна для понимания каждого человека. Важную роль в нашем проекте играет именно накопительный эффект. Он есть на всех этапах нашей работы. Да, наша работа в соцсетях. Что мы делаем? Мы начинаем создавать странички брендовые, рабочие, начинаем их наполнять, да, начинаем делать красивые где-то фотографии, красивые селфи и так далее, начинаем их наполнять постами, начинаем с них работать. Сделали вы первый день, допустим, охват 500 человек, второй день охват 500 человек, третий день охват 500 человек, у вас на третий день, может быть, уже будут регистрации за первый день, понимаете? Если вы делаете уже месяц охват по 500 человек ежедневно, ну, давайте не будем так уж совсем круто говорить, да, там с одним воскресеньем выходным, к примеру, да, 6 дней в неделю вы делаете охват людей по 1000 человек. Что у вас получается? Есть люди, которые думают месяц, есть люди, которые думают 2 недели, и они к вам начинают регистрироваться, они к вам начинают приходить, и мы с вами начинаем понимать, что мы уже начали забывать тех людей, которые говорят «подумаю» в первый день работы, да, потому что мы уже отработали, к примеру, месяц, прорекрутировали исправно, да, у нас много рек. Чтобы их никого не растерять, мы с вами начинаем создавать таблички, вносить туда, да, то есть обещавших подумать людей, чтобы их потом... да, все-таки довести до регистрации, да, и довести до заказа, до регистрации, вот. И вот это все как бы и называется накопительный эффект работы в соцсетях, да. То есть вы начинаете приобретать много знаний постепенно. Как все это сделать, что всех, кто подумает, можно на свои брендовые странички добавлять. То есть и вот эта вся вот мудрость, да, мудрость и как бы... Чем больше вы знаете, тем меньше, грубо говоря, вы делаете, потому что когда вы все начинаете делать на автомате, у вас это начинает получаться все быстрее, 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 охват людей все больше, охват людей все качественнее, вы уже будете знать, что вы можете сказать, что вы можете не сказать, как вы можете зарегистрировать человека, как вы можете его отпугнуть, как вы можете его заинтересовать. Ну, Ириш, всякое бывает в жизни. В некоторых семьях воскресенье, особенно у верующих, это святой день. Это святой день, и очень многие по субботам, по воскресеньям сейчас, допустим, выезжают в сад, в огород и так далее. Да, то есть с утра вышли в субботу, сделали охват людей, с телефона можно зарегистрировать, можно выслать первые инструкции, можно созвониться, да. Но самое главное, это, конечно, сделать охват. Ну, один день, я думаю, ничего страшного нету. Ну, ты, по идее, ты права, Ирин.
Вот. И вот как раз этот накопительный эффект. Когда вы рекрутируете первый день, вам может показаться, что у вас нет регистрации. На второй день тоже такое же самое может показаться. А на третий день вы уже будете понимать, что вот с этой странички у меня больше регистраций, да, с этой у меня меньше. Почему? Ну, не на третий день, да, может через неделю, через две. Почему? С этой больше, с этой меньше. А вот тут фотография лучше стоит, а тут фотография там, да, допустим, на заднем фоне у нас там, к примеру, не знаю, может там белье, пусть чистое, но не глаженное кучкой лежит, и вот оно у вас видно, да, то есть, ну, всякое бывает, да, то есть ненадлежащего качества фото, да, где-то размазано, где-то вы не смотрите гостю странички в глаза и так далее. Да, то же самое помощи наставника. Да. То есть накопительный эффект в рекрутинге, он может быть очень длинным, очень обширным, да. То есть вот я помню, я пришла в сетевой из другой компании и не работала в этой компании 2 недели. Я не работала нигде, да. Потом я встретила Фаберлик, я пришла в Фаберлик. И у меня были куча страниц, по-моему, 100 страниц в моем мире. Сейчас в моем мире никто не работает. Вот, да, в первую очередь аватарку надо менять. И никто не работал, как бы, ну, не работали мои странички. И потом я думаю, да, я их возобновлю, да, я с них порекрутирую, да, я с них сделаю охват людей. И, божечки ты мой, получается, через 3 недели я нашла вот эти вот регистрации. И я им теперь не знаю, что мне делать, потому что они-то пришли еще в ту компанию, а я-то уже в этой, да, то есть всякие случаи бывают, и через год мне тоже было, что приходили данные от людей, которым вот недавно я выслала, давно выслала сообщение, а данные пришли абсолютно недавно. Вот. Далее, конечно, накопительный эффект в помощи наставника, да, задавая вопросы наставнику, вы, во-первых, даете наставнику стать крепче морально, это очень важно, воспитывать своих наставников, не стесняться. Вот. Далее, что такое наставник? Наставник – это человек, который уже на шаг впереди вас по знаниям. Что это значит? Он умеет уже регистрировать, раз он регистрировал вас. Он умеет уже рассказывать, как сделать заказ, потому что он вместе с вами делал заказ и так далее, и так далее. Поэтому теребите наставника, обязательно задавайте вопросы, но если наставник долго не отвечает, у вас есть чат. Не надо уходить, хлопать дверями, обижаться, не забывайте. Вы самолет, вы летите, да? И вам не нужно отклоняться, да? Если ваш наставник не ответил вам день, два, три, ну, извините, благосостояние ваше и вашей семьи не должно зависеть от наставников. Так ведь вы пришли для себя, для своей семьи. Вы хотите больших денег в свою семью, и вы должны понимать, что они делаются не капризами, а твердыми намерениями и действиями. Так ведь? Далее, конечно, ваша группа, ваша команда. Если вы умеете рекрутировать, то вы можете и свою команду научить рекрутировать. Если у вас все получается, то и у вашей команды все получается. И на прошлом вебинаре геометрической прогрессии я вам показала, что если вы найдете, допустим, хотя бы 5 человек, которые вместе с вами начнут искать по 21 регистрации в день, по 21 регистрации в день, да, по одной регистрации в день ежедневно, то у вас уже будет огромное количество, огромный прирост регистрации. Кто не смотрел, посмотрите обязательно, да? И тогда ваша команда начнет расти с геометрической прогрессией. И поверьте, все драгоценные директора растут таким вот образом. Все. Кто быстро растет, они растут не только на своих личных регистрациях, они умеют замотивировать свою структуру на регистрации. Лично регистрировать очень важно уметь. Но иногда бывает так, что бывает сложно рассказать своему новичку, как начать рекрутировать, как начать регистрировать, поэтому уже тут идут вебинары, вебинары по активному росту и так далее. И, конечно, накопительный эффект в практике. Когда вы уже вот сейчас, да, я провожу регистрацию, я спрашиваю, были ли зарегистрированы ваши родственники, быстренько ищу через сообщество, быстренько провожу регистрацию, быстренько беру код, быстренько вбиваю, быстренько подписываю на рассылку, быстренько кидаю, подпишитесь на рассылку, быстренько отправляю письмо в привет, быстренько набираю его, рассказываю, бла-бла-бла, наша компания такая, да, грубо говоря, с вами на связи ваш наставник, наша компания такая-такая, наш проект такой-такой, что вы хотите, в какие сроки, понимаете?
понимаете, это все до такой степени у меня уже на систематизацию вышло, что я не трачу более 20 минут на регистрацию, и максимум полчаса у меня уходит на регистрацию, на качественную, чтобы зарегистрировать, подписать, добавить чат, позвонить, открыть первое задание, получить лендинг. Понимаете, о чем я говорю? Я уже вот так вот бла-бла-бла-бла, я запустила, все, я дальше пошла. Я следующего бла-бла-бла, все, я дальше пошла, да. То есть если у меня уже до такой степени входит, что я минимально 1,5 часа в день созваниваюсь с командой, некоторым это не надо, кто-то не хочет созваниваться, и я уважаю это мнение, я не звоню через силу человека, да, что вот это вот... Работа в соцсетях, знания, помощь наставника, да, то есть группа, практика, это все до такой степени у меня уже отработано, это все до такой степени превратилось в суперконвейер, что я не замечаю, что я работаю. Я замечаю только, что вот еще один лидер открыл в моей команде уровень, да, такой, что он может открыть ИП. Вот она открыла ИП, вот она мне отписалась, да это круто, круто, человек открыл ИП, да, то есть человек открыл статус директора, о, а вот это взяла быстро старт. О, а вот это получила премию 55 тысяч. О, а вот это 110 по итогам данного периода получит у меня директриса. Да, и я радуюсь, я вижу, что снежный ком запущен. А вы знаете, как его нелегко морально запустить? Как нелегко сделать, чтобы вот этот снежный ком, он у вас покатился и начал увеличиваться? Да? Почему нелегко? Потому что это надо все научиться делать на уровне. И это не сложно, и это быстро, если вы научитесь. Если у вас за день 2-3 регистрации, можно создать групповой звонок, пожалуйста. Да, то есть и там можно, можно даже сейчас не звонить, а аудиосообщениями общаться, да, друг с другом. Как угодно, как, лишь бы человек вас слышал, лишь бы человек вас видел. Вот, и, конечно... Самый главный накопительный эффект – это наши с вами выплаты, да. Когда вы пришли на проект, вы зарабатывали 200 рублей, да, и я зарабатывала 200 рублей, и все мы зарабатывали, да, огромные копейки, хотела сказать, прошу прощения, заговариваюсь. Все мы зарабатывали с вами мало, по чуть-чуть, но кто-то же вышел на 50, на 100, на 200, на 500, кто-то же вышел, почему не вы? Значит, что-то нужно менять в своей жизни, что-то нужно делать. Что-то нужно выкинуть из своей головы и начать заново, да? Что, все, что вам мешает, выкиньте и начните делать то, что вам говорят ваши наставники. Я уверена, что у вас все получится, если вы начнете с этого дня заново, заново все делать, заново все строить, да, то есть беречь каждого человека. Очень частый случай на проекте, когда, ну вот, допустим, точно вам скажу, что 60 лидеров из 100 просто регают, просто кидают в чат человека и просто забывают про него. Это очень часто. Чтобы до автоматизации было, нужен шаблон разговора. Шаблон разговора, Дарья, я уже давала. Вы, скорее всего, опоздали на вебинар, но я дам запись этого вебинара и дам все. Я вам дала скелет шаблона, но если вы все будете по одному шаблону звонить, ну, ё-моё, девочки, надо что-то свое придумать. Скелет шаблона я вам дала обязательно. Обязательно я его вышлю в виде... В общем, закачай презентацию на Google Диск, прикреплю ее в закреп чата активного роста. Но у вас шаблон должен быть свой. Я вам лишь дала пример, что вы можете давать. Я даю вот это от себя, я это и рассказываю всегда, да, понимаете сами. Рассказать можно все другое. Очень хорошо, Дима, очень хорошо. Да, в обучении все есть, но, конечно, обучение у нас объемное. Обучение менялось несколько раз. И, в принципе, вопрос отличный, да. Не бойтесь доставать спикера проекта, потому что, вот, допустим, Дашин вопрос говорит о том, что она не знает, где взять... записи разговоров, она не знает, ну, где взять, да, то есть табличку, по которой можно созваниваться, и вопрос очень хороший, потому что в чате 152 человека, и не все директора знают, где его взять, чтобы своим новичкам переслать, и поэтому я данную презентацию выгружу на Google Диск и сделаю закреп в чате активного роста, чтобы все видели, все знали, даже те, кто стесняется спросить, огромные молодцы, что спрашиваете за всех.
Итак, домашнее задание у нас с вами. Мы с вами молодцы, в час уложились. Сейчас расскажем с вами про домашнее задание, потом пойдем в вопросы. Итак, домашнее задание у нас с вами очень интересное и очень объемное. И готовьтесь ко всем таким заданиям, потому что настоящий лидер делает минимально по 5 постов в день. Минимально. Вот, поэтому ваше задание сделать по 5 постов на все свои брендовые странички для коллег. То есть у вас получается 4 брендовые странички ВКонтакте, Одноклассники, Facebook и Instagram. И вот с этих брендовых страничек вам нужно сделать по 5 постов. Посты каковы? Да, на тему о себе, про семью, про бизнес, о мотивации и один пост на выбор. Также вы знаете, что у нас с вами есть чат постов. И если пост на выбор вы не сможете выбрать, вы можете подсмотреть немножко там, но переделать обязательно под себя. Вот. И до начала вебинара в пятницу все участники, которые не заполнили домашнее задание, удаляются основными модераторами. Да, на модераторов не обижаться, да, потому что мы с вами предупреждались. Вот, также ссылочка на выполнение этого задания будет в закрепе чата вместе с записью вебинара. То есть в чате активного роста, забыла сделать скриншот, кстати. Можете, если у вас есть привязка с Инстаграма, да, на все соцсети, просто сделать по посту во все соцсети, и это будет котироваться. Ну, девочки, я делаю и по 12 постов со своего Инстаграма, у меня все хорошо, в день я могу сделать очень огромное. Кто подписан на мой Инстаграм, все уже, наверное, забросаны информацией, потому что я делаю очень много постов в день подряд. Вот, 5 постов вы можете сделать до пятницы, сегодня понедельник. У вас сегодня пост, завтра пост, послезавтра пост, да? Ну, вы должны понимать, что вот, один, даже по одному 3 поста, у вас уже 5 постов до пятницы, это очень мало. Да, до пятницы 5 дней по одному посту в день, это круто, но 1-3 поста обязательно у вас должны быть. Окей, посты про бизнес удаляют. Не все. Не все. Если это картинки, маркетинг-планы и так далее, Одноклассники удалит. Как ФБ выложить, если блочат? К сожалению, девочки, у меня по Фейсбуку нет никаких проблем. Я пощу хоть 20 постов в день, у меня не бывает проблем. Нужно выгрузить 5 постов до пятницы на свои брендовые странички. Если у кого-то пост в Фейсбуке заблокируют, если вы напишите «Здравствуйте, я такая-такая, я мама там двоих детей», свою фотографию со своими детьми, ну так, к примеру, если вы все это выложите, вас за это заблокируют, то я вообще сомневаюсь, что такое может быть, что за это бывает блок. Вы видите, какие посты? Посты на тему о себе, про семью, о бизнесе, о мотивации и один пост на выбор. Да, что можно сделать по бизнесу? Да, я очень часто делаю посты по бизнесу незаметные. Да. Какой я делаю пост по бизнесу? Как даже вам сказать? Ну вот, к примеру, недавно я сделала пост по бизнесу, что как я заколебалась продавать квартиру. Да, и где-то там в серединке, да, я написала, что за 2 года я купила 2 квартиры. Ну, скажите, это пост по бизнесу? Это пост по бизнесу. Но он такой, не по бизнесу как будто, понимаете, за такое не заблокируют. И за такое идут люди-то и регистрируются, когда вы рассказываете про свою личную жизнь, но поверхностную личную жизнь. Можно одинаковые, да, то есть если вы, допустим, сделаете один пост с Инстаграма и поделитесь им ВКонтакте, в Одноклассниках и в Фейсбуке, это будет считаться, Алена. Да, ненавязчиво, ненавязчиво. Я люблю ненавязчиво, но чтоб дать вот прям, чтоб в лоб, понимаете? Смотрите, да, можете выложить на всех брендовых
Да, это называется стиль жизни с ФЛ. Во всех соцсетях вы можете выложить одинаковое, но не все 5 постов одинаковые, все 5 постов разные, но если у вас 4 брендовых странички, то, допустим, вы можете один пост на все 4 одинаковые выложить. Поэтому еще будут задания, Елена, поэтому не пропускайте, в записи вебинар будут задания. Вот. Поняли по постам, дорогие коллеги? Поняли? 5 постов до пятницы. Делаем по посту в день, и все будет хорошо. Убегают вопросы, пишите вверх вопросы. Убегают, я не могу успеть прочитать. Кому не ответила на вопрос, девочки дорогие, мальчики дорогие, обязательно пишите. И второе задание, это ежедневное задание для всех, начиная с сегодняшнего дня. Отчетность не позднее 12 ночи по московскому времени. Вы будете отчитываться по рекрутингу. Табличка по отчету будет также в закрепе. Будем смотреть, кто из вас лучший, кто из вас как работает, кто делает какой охват людей и у кого сколько регистраций с этого охвата. Очень прошу вас, если вы не рекрутировали в этот день, или вы рекрутировали, но отправили всего лишь там, не знаю, 10 дружб и 3 сообщения, пишите правду. Да? Потому что очень многие люди могут, знаете, что написать? Я сделала 500 охвата, и целую неделю делаю 500 охвата, у меня регистрации нет. И другие говорят, ой, у нее нет регистрации, да, так у меня тоже не будет. Зачем я буду делать, раз у нее нет, так и у меня не будет, да. Давайте вот так вот себя вести не будем, будем честными все 42 дня перед собой. Мы с вами хотим зарабатывать 500 000 рублей в месяц, и чтобы их зарабатывать, нужно быть честным в первую очередь с самим собой, что тоже очень важно. Очень важно. Следующий вебинар у нас с вами будет в среду. Его будет вести быстрорастущий лидер, который растет в Инстаграме, Танюша Рябинина. Он также будет в 15:00 по Москве. Итак, по рекрутингу и по домашнему заданию табличка будет в закрепе. Не переживайте, все будет хорошо. Ну что ж, мы с вами практически уложились в час. И я сейчас буду отвечать на вопросы. Так, через какое время после регистрации лучше делать первый созвон? Желательно сразу, сразу в этот день. Как лучше сказать о первом заказе, что нужно сделать в течение 24 часов? О первом заказе я снимала целый вебинар, что о нем говорить. И сейчас я вам постараюсь найти. Что я говорю? Ничего не изменилось, я говорю одно и то же. Хотите верьте, хотите нет, у меня работает хорошо, поэтому я вам дам сейчас такой вот совет. Сейчас минуточку у меня прогрузится. Очень долго грузится, терпение и труд. Будем ждать. В закрепе чата у меня все это есть. Но не активного роста, поэтому я вам сейчас скину. Так, вот прогрузилась. Посмотрите, может кто-то это и делает уже, и у кого-то есть результаты. Но вот я делаю одно и то же. Вот, пожалуйста. Далее, поехалите с вами. Так, Елена Остапенко, а если добавляем новичка, так, минутку, уехала. А если добавляем новичка в чат структуры своего директора, а потом еще в чат своей структуры, так мы не отделяемся, лучше не создавать вообще чат своей структуры до уровня директора. Елена, а зачем вам нужен чат своей структуры? Вот лично своей структуры чат, какую он вам пользу приносит? Просто подумайте, нужно ли вам этот чат вести, о чем вы там переписываетесь, если у новичка есть чат новичковый, у новичка есть чат общепроектный, чат директора, потом еще будет чат активного роста, чат топ-лидеров, потом будет расписание вебинаров и так далее, и так далее. Какую функцию выполняет ваш чат? Если он вам нужен и действительно важен, то оставляйте. Да? Ну, просто проанализируйте. Далее, вопрос по соцсетям. Так, минутку. Вопрос по соцсетям. Работаешь сразу с нескольких страниц, страницы пропадают в бан, и люди теряются. Как потом
с ними быть. Если у вас люди теряются из-за того, что странички заблокированы. Так, как меня найти в Инстаграме? Да, в принципе, лучше бы вы подписывались на Инстаграм Тани Рябининой. Вот у нее-то лучше как бы оформлено, чем у меня. Вот мой Инстаграм. У меня уже там от себятины очень много. Вот. Так, сейчас, минутку, погодите. Вопросы, вопросы. Не грузятся у меня вопросы. Так. Попадают в бан, и люди потом теряются. Если странички блокируют, люди теряются, то думающих людей нужно добавлять на странички для коллег. Это есть в обучении новичка Юлечка Игнатьева. Или добавлять на брендовые странички. Да? То есть для меня, в моем понимании, странички для коллег и брендовые странички – это одно и то же. Я думающих людей добавляю туда. Если у меня страничку заблокировали, еще что-то, мои люди всегда остаются со мной. Это во-первых. Во-вторых, у меня заведена Google табличка. И думающих всех людей я прям со всех страниц вписываю туда. И делаю страничку, грубо говоря, я делаю табличку и все странички туда, без разницы даже, да, у меня может быть две ВКонтакте странички, ссылки одна в Одноклассниках, одна в Инстаграме, там одна в Фейсбуке, потом опять три в Одноклассниках, да, то есть, и я уже смотрю, да, то есть я подписываю числа, с какого числа человек думает, да, то есть я могу спросить через пару дней, что он надумал. Вот, Google табличка вам в помощь, я считаю, что так, девочки, много вопросов задаете, у меня убегает. Так, охват 500 человек. Это все и приглашение, и друзья. А сколько нужно в день отправлять именно приглашение в Фаберлик? Ну, тут, знаете, бывает большой охват и ноль выхлопа, а бывают маленькие охваты и 2-3 регистрации, смотря как у вас оформлена страничка, да. Если вы чувствуете, что у вас 1000 охвата нет регистрации, пересмотрите все. Составьте наставника, чтобы он у вас все пересмотрел. Попросите наставника, чтобы он вас раскритиковал, потому что есть такие наставники, которые боятся писать критику, и их новички страдают из-за этого, да. А у меня тут вот как бы были случаи, что мне выслали странички, все хорошо, но в домашнем платье, без прически, без косметики, сидит девушка, сидит за столом, смотришь и понимаешь, что ну не пойдет к ней человек, зачем она будет мучиться рекрутировать с этих страничек, так ведь? Нет, ну все хорошо, как бы не придраться, очень эстетичное фото, но это явно, что домашний халат и лохматые волосы, и вы абсолютно нереспектабельно выглядите, это ни о чем, да, и нужно обязательно понимать, что для кого-то охват 500 человек вполне достаточно, просто сделать дружбы, да, и тем, кто принял, разослать сообщение. Для кого-то и 2000 будет мало. Как оформлены ваши странички? В первую очередь смотрим новичка обучения и смотрим, как надо оформлять странички. Далее. А если недавно на прошлом марафоне на брендовых страницах уже выкладывали посты о себе, о семье? Оль, все равно сделайте, все равно сделайте. Вот, потому что я, в принципе, не была на данном марафоне, много кто не был. Так, далее. Посты на всех страницах могут быть одинаковы. Да, Сергей, если о себе уже есть пост, недавно писала, написать другой или как мне быть? Можете написать пост о своих детях, там, еще о чем-то, да, ну, о чем-то таком. А хэштеги для постов будет какой-нибудь? Я думаю, что пока нет, не надо никакой хэштег общий. Аня, пожалуйста, дайте свою ссылку на ваш брендовый Инстаграм. Так, я послала. Я в обучении не смогла попасть в чат, по примеру, переписки с новичками через компьютер, через телефон. Что делать? А, Юлия, я такой чат не знаю. Переписка через телефон. Это скорее чей-то чат, проект про него не знает, про этот чат. Оксана Хохлова. Отчет по всем соцсетям. Или можно в одной на выбор рекрутировать. Сам вы видите, что... А, нет, табличку вы еще не видите. В одной можно рекрутировать. Так, куда отчет писать? Ссылки будут... Так, перескочила. Так, Наталья Рыжакова. Куда отчет писать? Ссылки на посты писать.
в закрепе в чате активного роста сразу же, как выгрузится запись, сразу же у вас будут ссылочки на заполнение по ежедневному отчету по охвату людей и на отчет по вебинару. Будет две разных ссылочки. Аня, почему-то у меня в Инстаграме делиться можно только в ФБ и ОК и Твиттер, а ВК пропал. Не знаю, давайте вместе подумаем над этой проблемой. У меня не пропало ничего. Сложно решить проблему, если все хорошо. Да, не сталкивалась, Танюша. Так. В каком виде нужен отчет по второму заданию о рекрутинге и рекрутинге во всех соцсетях? Будет табличка, там увидите, как писать. Что именно по рекрутингу надо сделать? Ириночка не поняла вопроса. Перефразируй. Что делать, если люди после приглашения в друзья на профиль заходят, но в друзья не добавляются? Пишут вопросы типа, а мы вообще знакомы? А я пишу, нет, мы с вами не знакомы, но я хотела бы предложить вам зарабатывать через интернет. Что-то типа этого. Я таким тоже открыт. Можно я открытку? Нет и нет. Самое главное, предложили. Так, Анна, как вас найти? Так, Аня, посты должны быть объемные или по настроению? По настроению, Танюш. А промофлоу считать охват? Не знаю, с него вот у меня муж сидит на промофлоу, начинает руками рекрутировать, регистрации есть. Промофлоу как-то, ну там да, там надо в 5 раз больше охват людей делать. Ну считайте, считайте. Обновление программы ВКонтакте произошло или нет в связи с другими соцсетями? Какое обновление? Я, наверное, отстала. У меня никакого обновления не было ВКонтакте. У меня тоже нет ВК на некоторых аккаунтах. Ну, давайте тогда в чате по ВКонтакту, в профильном, мы с вами обсудим этот вопрос. У всех ли есть привязка ВК к Инстаграму и так далее. У кого нету, может быть, другие какие-то аккаунты посоздавать, чтобы проблем не было. У меня почему-то все есть. Я не могу решить проблему, если у меня нет данной проблемы. Делаю в рукопашную. Думала, может, у меня что не так. Но получается, если у кого-то еще что-то не так, то это значит у всех не так. Так, ну что ж, дорогие коллеги, на все ваши вопросы ответила. Огромные молодцы, много вопросов. Надеюсь, никого не обидела. Я желаю вам всем вдохновения, радости, счастья, любви, спокойствия, настроения, бодрости и самоутверждения. Да, ВКонтакте можно отдельно вставлять. Все, ну что ж, все за рекрутинг, все молодцы. Я надеюсь, вам показала путь видения, домашнее задание вам рассказала, как мы с вами ежедневно отчитываемся, рассказала. Сейчас я выгружаю запись вебинара и все ссылки, все закрепы, все презентации я туда прикрепляю. И объявляю, когда будет второй вебинар и по какой ссылочке. Все, всем пока-пока, всем удачи, роста, везения, во всем вдохновения, всех целую, все огромные молодцы. Очень рада, что нас с вами так много в этот раз. Прям безумно рада, вы не представляете даже, как рада. Вот, ну что, все, всем до встречи на следующих вебинарах.